Оксана Шкардон – учитель английского и французского языков первой Голицынской школы. Она, как и многие учителя, ищет нестандартные подходы в обучении детей. На уроки поют песни под гитару, ставят спектакли на английском языке, а еще в классном кабинете есть талисман. В прошлом при выборе профессии Оксана Валерьевна недолго раздумывала. Все мои родственники практически учителя. Моя мама – учитель истории, моя бабушка была учителем русского языка и литературы. Папа мой был учителем физики и математики, астрономии, черчения и труда для мальчиков. Тетя моя преподавала немецкий язык. Ну, тут выбор, мне кажется, очевиден. Когда семья собирается вместе, много разговаривают о школе. Это уже стало традицией. У Оксаны Валерьевны на уроке английского языка ребята из 7 Б активно участвуют в интерактивном опросе, отвечают на вопросы и поют песни. Оксана Шкардун продолжает семейную династию учителей и, как ее мама когда-то, организовала школьный театр. Репетирует в классе, а выступают уже в актовом зале. Мы делаем спектакли на английском языке. Некоторые сразу пугаются, говорят, боже мой, это же ничего не понятно. Как же можно это? Ну, можно, я вас уверяю. Мы говорим так, что понятно всем. Декорации к спектаклям, костюмы, а после и буклеты о прошедшем представлении Оксана Валерьевна делает тоже сама, с помощью детей. Мы совсем недавно получили российскую награду российского уровня. Мы заняли первое место в конкурсе «Успех». Мы получили 11 дипломов за наши спектакли «Ночь перед Рождеством», «12 месяцев». Ребята ее вдохновляют на работу, ведь еще в 2005 году она победила в конкурсе и стала членом клуба «Педагог года Подмосковья». Тогда же была выпущена книга и о семейных династиях учителей. В ней рассказана история и семьи Петровых-Шкардун. Учительские династии Подмосковья. Как раз в тот год, когда я участвовала в областном конкурсе в 2005 году, министр образования Лидия Николаевна Антонова, она внесла предложение такое, чтобы создать книгу «Учительские династии Подмосковья». Подробнее о педагогической династии Оксаны Шкардун вы узнаете, посмотрев программу «Специальный репортаж». Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».